привет. Привет, привет, Вася. Яшенька, возьми молоко в холодильнике. Пестишь котлеты, они на столе. Как змеиный яд помогает? Ну, мне пора в школу. Пойдем. Дай хлеба. Пойдем. Я пойду. Опля. Ну пока, Вася. Мам, я ушел. Вася, привет. Можейка, не крутись. Правописание частицы «не» с глаголами. Акулич, почему ты не пишешь? Смотри, Яшка идет. Можно? Входи, входи, Лазерский. Почему сегодня опять опоздал? Проспал? Нет. А что случилось? Ничего. Почему же опоздал? А я шел по лестнице, а там кошка. Ему кошка дорогу перебежала. И в дневнике написала. Ну, как Вася? Может, выпускать скоро будем? Да нет еще. Каждый день ему крыло смазано. Там, где был перелом. А чем? Да этим, как его, змеиным ядом. Правильно. Змея всегда от всего помогает. Твоя учительница. А она еще и старшеклассников учит. Здрасте. А это Светлана Михайловна. Мой друг, Яшка. Яша? Так это ты сороку лечишь? Он, это он. Мы с Яшкой выпускать сорочонка будем. Яшка его змеиным ядом мазал. Змеиным ядом? Яша, я в твоем дневнике расписалась. Мам, я в тебя нечаянно. Ну ладно, спи. Я погасила свет. Лазерский, Яша, ну-ка спускайся вниз. А то ведь выгоню из школы. Яша, далёкий, а ну-ка вернись, а то останешь ты после урока. Ты куда? А как же я? Глаголом ответит мне, Ладно, хорошо. Ну а сочинение написал? Какое сочинение? Как какое? Вид из моего окна. Елена Михайловна, а из моего окна вид плохой. Какой плохой? Один забор и все. Взяла бы, да придумала. Ведь сочинение же. А разве можно? Я уже хотела написать. Посмотрел в окно, а там темно. Тихо. За диктант у тебя, как всегда, 3 с минусом. Опоздал. Сочинение не написал. Ну что мне с тобой делать, горе-то мое? Садись. Останешься после уроков. Куда это собрался? Да я так, я сейчас. Мальчик, ты здесь один? Заходите, ребят. Проходите, рассаживайтесь. Так, вроде все в сборе. Мальчик, мы тебе не помешали? Нет. На прошлом занятии нашего кружка мы начали разговор о подтекстах в художественном произведении. А если точнее, подводном глубинном течении мыслей и ассоциациях, связанных с ними. И вот сегодня мне хотелось бы поговорить с вами об этом на примере японских 3 стишей. Почему японских? Ну, во-первых, потому что это очень малая и очень емкая форма литературного произведения. Ну и потом, я просто люблю эти стихи. Хокку – это 3 стишья. В каждой строчке определенное количество слогов. 5 в первой, 7 во второй и 5 в третьей, 17 слогов. Всего 3 строчки. Вот послушайте стихи великого мастера Хокку Мацу Басё. Плотно закрыла рот раковина морская, невыносимый зной. Мальчик, мы все-таки тебе мешаем. Может, ты перейдешь в какой-нибудь другой класс? Нет, нет, нет. Мне кажется, я даже небо вижу. Белое такое. Оно от солнца будто выцвело. Очень хорошо. А какое настроение вызывает это стихотворение у тебя, Олег? Мне кажется, это очень грустное стихотворение. И вот почему. К слову, зной, поэт выбрал не случайно очевидный эпитет невыносимый. И о раковине он говорит, плотно закрыла рот. Молодец, Олег. Вы видите, поэту достаточно было показать раковину, выброшенную из моря, и уже возникает картина знойного дня. Вот вам, пожалуйста, деталь и ее роль в художественном произведении. А теперь послушайте еще одно стихотворение. Среди морской травы кишат мальки, а в руки взять растают без следа. Ира Кулешова, скажи-ка теперь ты. Ну, мальки-то ребешки такие маленькие. Во-первых, их очень трудно поймать, а если поймаешь, они сразу выскользнут. Да, ну а почему растают? Не выскользнут, а вот именно растают. Мальчик, ты хочешь что-то сказать? Так ведь рыбы-то совсем холодные, хоть и жарко на улице. Мы с дедушкой рыбачили, я поймал пескаря прямо рукой. Так он был холодный и выскользнул у меня из рук. Молодец, мальчик. Как я забыла тебя звать? Яша. А еще когда мальки плавают в воде, так они кажутся прозрачными, как льдинки. И их почти совсем не видно. А в руку возьмешь, но они совсем-совсем холодные. Ну, как лед. Ну, дает малявка. И об этом всего 3 строчки. Вот здорово. Она нам рассказывала про кота. Рыжего, ворюгу, с обрубленным хвостом. Помнишь, Сережка, ты мне про одну книжку рассказывала? Про какую? Ну, как одна девчонка на 2-й год сама осталась. Потом на 1 пятерке училась. Я тоже останусь. А как? Это мне расплюнуть. По-русскому я на волоске. Так сама Елена говорит. Сейчас у меня 3 с минусом. А захочу, будет кол. Вот здорово! Вместе за одной партой сидеть будь. А нищий думает. Вот бы мне у него рукава попросить. И об этом всего 3 строчки? Угу. Странно. Мама, а ведь правда, что рыбешки как льдинки? Не знаю. Мам, ты спишь? Нет еще. Ладно мне поучиться у Сережкиной учительницы. Яшенька, что ты там болтаешь? Елена Михайловна столько возится с тобой. Тянет тебя из года в год. Ну да, она меня не любит. Ну что ты еще выдумала? Да, конечно. Чуть что, ну что мне с тобой делать, горе ты мое. Яшенька, не смей так о своей учительнице. Вася, привет! Ох, как он мне надоел. Когда вы только его выпустите? Завтра. Ну что это за вид из окна? Тебе нужно было описать то, что ты видишь из окна. А ты? Стало тепло, день стал длиннее. Стало. Скоро наступит лето, будет жарко, мы с дедушкой будем рыбачить. Будем. И, может быть, я поймаю рыбку холодную, как лед. Ох, Лазерский, горе-то мое. Ошибок. Посмотри, он уже на дне оказался. Где? Мне дедушка сделает клетку из проволоки, а в самолете я его буду кормить леденцами и поить минеральной водой. Летом он у меня будет жить на балконе, а зимой в комнате. Крыло у него совсем-совсем поправится. Я каждый день буду ходить в аптеку. Ну, отдаешь или нет? А это мы еще на тебя с Васей посмотрим. Вон уже куда он убежал. Вася, ну пойдем с нами, пойдем. Пойдем. Ну пойдем с нами, пойдем. Пойдем, пойдем. Дай хлеба, дай хлеба. Вася, ну скажи, как звать этого мальчишку? Яфа, Яфа. Привет, Вася. Дай хлеба. Привет, Вася. Надо пойдем. Надо пойдем. Дай хлеба. Вася, Вася, Вася. Скажи, ума бы тебе чего. Вася, а может быть тебя не отдавать Яшке? Ты останешься со мной? Ты со мной останешься, а, Вася? Дай хлеба, дай хлеба. Пойдем, пойдем. Яша, Яшенька, ну не расстраивайся, мы тебе щенка подарим. Встретились снова. Достаньте свои тетради. Поставьте сегодняшнее число. Сегодня мы еще раз повторим корни. Можейка, не крутись. Ну вот ты пойдешь к доске. Напиши. Зыбь. Зябь. Нет, ты же пишешь, не думая. Самое главное в слове корень. Научитесь его видеть, будете грамотными. Потому что, если увидеть корень, это значит понять смысл слова. Яша, ну скажи. Когда я был недавно в деревне у дедушки, то никак не мог понять, почему пашню называют то зябью, то паром. А дедушка мне объяснил. Землю два раза пашут. Весной и осенью. Весной это пар, земля испаряется, а осенью ей холодно, и она зябнет. Зяб, значит. Правильно, правильно, Яша. Мы с дедушкой однажды собрались в лес за клюквой, а там огромное болото. Идешь по тропинке, она вся коричневая от торфа и качается, а в одном месте огромная лужица, через нее следины переброшенные. А я смотрю, все ее обходят. Я нарочно отстал от дедушки, собрался на середину и давай качаться. А дедушка стоит на берегу и молчит. А когда я перебрался, он как рассердится. Ах ты, ворначище этакий! Это он так ругается. У этой лужицы дна нету, вот оступился бы и канул. У меня от страха аж коленки задрожали. Ребята, а вы заметили, сколько красивых народных слов в рассказе у Яши? Вот следины, например. Поняли, что это такое? Ну ладно, молодец. Скажи, Яша.